Так, ребятки, был приобретен вот такой вот котельчик. Семерочка. Житомир. Видите, он еще запакованный полностью. Вот так вот выглядит его упаковочка. Сейчас мы его распакуем и посмотрим, что там внутри. Такой вид сзади, видите, котел в принципе небольших размеров, два выхода, подача, обратка. Вот так вот выглядит наше табло температуры. Вот так выглядит спереди надпись «Житомир». Для того, чтобы открыть, берете пальчиком здесь раз, все. Залить машинное масло. Куда залить и для чего, непонятно. Вот так вот. Вот видите, залить машинное масло. Вот автоматика. Так выглядит. Ну, вот подключение газа самого.